Сатирик Виктор Коклюшкин в последние годы своей жизни рассорился с давним коллегой по сцене юмористом Евгением Петросином. Полтора года назад он позволил себе неосторожную фразу в адрес нынешней жены Петросина Татьяны Брухуновой. Не подходит она ему. С Еленой Степаненко они с 1975 года бок, а бок работали, на эстраде рядом должен быть надежный товарищ. Слова Виктора Коклюшкина задели Евгения Петросина за живое. Он даже обратился в прокуратуру. Конфликт, судя по всему, так и не удалось уладить. Незадолго до смерти Коклюшкин делился, что он отношений с Петросином не разрушал, однако звонить ему не собирается. Однако сегодня, через день, после смерти Коклюшкина, Евгений Петросян все-таки прервал молчание и высказался в адрес бывшего друга. «Я никогда не держал на тебя зловите, ты всегда был желанным гостем в нашем доме. А все наши прошлые невзгоды я забыл и простил. Мне не жаль ни одной минуты, которые я потратил на общение с тобой. Вечная память.